знаем, что сегодня глава администрации Алексей Голубев поедет в 10-ю школу и на осмотр участков, которые будут выделены многодетным семьям. Напомню, что в 10-й школе сейчас идет ремонт, причиной которого стали трещины на фасаде. Традиционно администрация следит за объектами капремонта. И в этот раз Алексей Викторович оценит, как обстоят дела со школой. Также глава администрации посетит участки, которые будут выделены многодетным семьям. Достаточно длительное время у города не было возможности это осуществить. Одна из сложностей заключалась в том, что к участкам должны быть подведены все коммуникации. Сейчас эта проблема решена. Департамент городского хозяйства сообщает, что по обращениям граждан с 1 марта изменится время отправления ряда автобусов с автостанции «Тупиковая». Автобусы с номерами 11, 12, 1 и 1А будут отправляться в среднем на 5-10 минут раньше. Подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте «Колючий Саров» и в группах проекта «Зато новости» в социальных сетях. Напомню, что теперь у «Умного радио» есть группа во ВКонтакте, и там мы будем писать разнообразные вещи, относящиеся к радио и работе на нем. Сегодня днем вас ждет нечто очень интересное, что конкретно говорить не буду. Посмотрите, а точнее послушайте сами в нашей группе. Ссылку на нее можно найти в группе «Зато новости» или можете самостоятельно набрать в браузере vk.com/radiosarov и обязательно подписывайтесь. Информационное агентство «Зато новости».